Так, речи давайте, либо я сейчас, время идет, я сейчас просто позову тех же, кто сейчас был, кто не прошел отбор, но раз нет никого на отбор, то они имеют право пойти еще раз. Спасибо за 43 лайка. Так, ладно, начинаю приглашение. Так, Стас, тащер сегодняшнего стрима, прошедший отбор. Так, где? Не понял. А где? А, вот он. Потерял сквел тебя. Так. Поехали. Значит, еще раз. Сталкер и сибиряк. А где сибиряк? Вот он, сибиряк. Поехали. Но уже без отбора, чисто просто так сыгрануть. Пораздавать. Сибиряк, не спи. О, все, поехали. Так, ну что, значит, кто там у меня? Киря, да? Киря сейчас хочет на отбор попробовать силы свои на сегодняшний стрим в тащеры попасть. Так, и кто еще? Андрей, у тебя ник какой? Давай, Хейзон. Спасибо, что будешь зырить стрим. О, у меня сейчас три четверки. 44 лайка и 4 дизлайка. Спасибо всем за лайки и символическое за дизлайки. Как говорится, лучше уж дизлайк, чем ничего вообще. Но лайк-то, конечно, приятнее в разы. Защитите стратегические объекты. Привет, Роскомнадзор. Так, ну все, давайте тащим. Единственное, что народ, кто не прошел отбор, уже не пройдете. Поэтому чисто можно сыгрануть, забуститься. Так, это у меня чемодан на кулаке лежит. Можно ко мне стянуться. Подписчика убил, извини. Извини, Василий. Идут. Ай. Ай, упал. Что такое? Перетягивается. Мы уничтожили врага. Победа за нами. Я опять на снайп. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Хейзон, понятия не имею, это дело такое. Совершенно случайно. Это происходит примерно так. Когда мне нужен модератор, это двойка. Плент на кулаке. А действующего модератора нет. Где-то лазит. Вот. То я смотрю, кто на стриме из тех, кто чаще всего заходит, кто примелькался уже давно на канал. Подписан. И, соответственно, общается нормально. Тому даю модератора. Вот так это обычно происходит. Что там в спину никто к нам не будет заходить? Будет один все-таки. Да они оба здесь, оказывается. Вообще нежданчик такой был. Выпрыгиваю, тут рядом кто-то, слышу, бежит. Эх, мазана. Они тут все. Шашлик? Кто заказывал шашлик? Подходите. У меня не прыгало два раза. Он вдалеке, лучше не пушить, просто бомбу.
Нет, не унывал. Я вообще в прицел смотрю, я, скорее всего, я вообще не увидел. Не, шашлык сертифицированный, все проверено. Да куда глаза глядят? Пойдемте сходим на двоечку. Стас, меньше разговоров, меньше разговоров. Больше дела. В пленту фуловый под ноль. А он захилился. Это было опасно. Чуть не помер. Покараулим трупик. А, он там где-то рисается. Пойдем посмотрим. Кто знает, пленту есть кто-нибудь у них? На лудоге. Бомба установлена. Команда противника разбита. Миссия выполнена. Было опасно для сталкера. Установите бомбу. Хейзон, спасибо. Давайте двоечку еще раз. Бомба взята. Я в зал смотрю. Не надо смотреть, помогай заходить. Я тут свяжу с зелени. Все. Смелый доктор, что ли? О, быстренько. Я в нем сушу, я понимаю. Чистак это не мое все-таки. Я тебе говорил, а Т-308 бери, глушитель одевай. Вот как на СВ у меня одетый вперед. А Т-308 только с глушителем. И боевые перчатки одевай. Промахнулся или уронил, быстро пистолет выхватил, добил.